Обеспечение жителей чистой питьевой водой – одна из острых проблем на селе. Половина водонапорных башен республики нуждается в капитальном ремонте. В этом году обновят 217 объектов. Для этого из бюджета республики выделено 200 миллионов рублей. Сами сельчане тоже не остаются в стороне и при помощи программы инициативного бюджетирования активно включаются в процесс реконструкции. Вопрос о замене водонапорной башни для деревень Басурманы и Вурман-Косы в последнее время стоял очень остро. Имеющаяся башня эксплуатировалась больше 30 лет и в последнее время перестала выполнять свою главную функцию – обеспечивать сельчан чистой питьевой водой. Вопрос стоял давно, на собрании жителей неоднократно поднимался. И в конце прошлого года, в октябре месяце, народ у нас принял решение участвовать в данном проекте. Проект ремонта утвердили в Минсельхозе. Затем назначили аукцион. По его результатам общая стоимость работ составила 715 тысяч рублей. 10% от этой суммы сельчане собрали собственными силами. Часть средств взяли из бюджета района, а оставшуюся сумму субсидировал республиканский бюджет. Конечно, сельский народ обрадовался. Дружно, быстренько собрали деньги. И теперь ждем, когда у нас будет башня. Сейчас на объекте залили новый фундамент. В ближайшее время установят новые насосы и подключат систему. Новая башня заработает уже с 1 августа. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.